Оп. Хозяин! Хозяин! Тут два пики! Симуласный стол. Я тебе говорил нажать правую кнопку мыши, а не левую. А, подожди, я тебе же не говорил. Ладно, просто Симомладший, просто беги. Хозяин, не за мной бегут. Все, Симомладший, они уже перестали. А нет, очень немножко злой. Подожди, хозяин, я в воде. А, я в воде. Моя шоколадка. Нет, моя, отдай. Нет, моя, мне ее папа купил. Нет. Ой, смотри, хозяин. Это моя. О, куда бежишь? Туда. Шоколадочка. Убиваться. Прошел уже месяц. Ну сколько уже можно грустить из-за этого попрыгунчика? Блин. И нарезаешь их потихонечку. Вот так вот обходя косточку. О, мое. Ой, что делает? Господи. Ай, ой. Бекон. Ой, ты смотри. Ой. Берем вторую булочку. И вот так вот. Соусом, заебись же! Колою, заебись! Блять, пролил! Так вот, с колою, заебись! Как поставить-то? С колою! Прыгунчик, попрыгунчик! А, нет! Попрыгунчик! Симомладший. Малышка, ты где? Ку-ку. Прыгунчик. О, нет! Стой! О, нет! Папа прыгунчик! Это моя! Хозяин! Ой! Ай-я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 й
перчишь. Ничего себе! Я попала в дом Гренни! Как мне отсюда выбраться? Мама, папа! Пряталась здесь. Вроде бы открылась. Мама, папа, на помощь! И тут закрыто. Специально, наверное, закрыла, чтобы никто не сбежал отсюда. Бедненький. И ты попался к ним в лапы. Попытаюсь тебя освободить. Не открывается. Эх, ладно, тебя спрошу позже. Лучше самой сейчас бежать. О, кажется, я нашла выход. Там дома знакомые. Мама, наконец-то я вас нашла. Где была? Мы так долго тебя искали. Куда ты провалилась? Мы тебя целый час искали. Так, а убирать-то кто все будет? Это что такое? Так, инопланетяне, ты плохой. Понятно? Ради вас все делаешь, а вам 500 тысяч мало. Никаких мотивов. Я тебе сказал. Иди. После этого ничего я тебе не куплю. Ну и вырастешь тряпкой! Да ты всегда так говоришь! Какой противный ребенок, ты специально это все делаешь! Иди И когда прогуляешься, вернешься, будешь все уроки учить! Слышишь, сыночка сраная, я тебе сейчас эту грязную тарелку об голову разобью!
Так! Иди нахуй! Быстро домой! Уже снег ест! Блин, вы что, серьезно? Вы как вообще ко мне в голову лезете? Фух, все, собралась. И жопа гореть будет, я штаны новые порвал! А, так! Не, ничего, нормально все! Быстро домой! Уже снег ест! Вау!